Да, Ты бери что? голос, бери! Блин, я забыл забрать голос! Хочешь поучаствовать в конкурсе на 50 тысяч кристаллов? Тогда тебе нужно подписаться на мой канал, поставить лайк на это видео и написать свой ник в комментарии. Более подробная информация в описании. Всем привет, друзья, с вами Биг Танкс, и сегодня я записываю рубрику долгожданную, которая уже не была пару месяцев у меня на канале, под названием «Золотой защитник». Некоторые эту рубрику помнят, кстати, кто помнит, напишите в комментариях, будет интересно, сколько у меня зрителей, которые уже давно-давно меня смотрят. А записываю я с легендой. Здорово, бандит мой! Куда ты от меня уезжаешь? Я за тобой постоянно. Это, вот, мы будем, короче, играть с такими вот правилами, короче. Вас погром для участника и викинга, что хочешь, для защитника. То есть у нас будет один человек защищать, голдик это типа как мини спаси голд, а второй будет, в принципе, пытаться брать. И у нас есть 6 минут всего, так сказать, раунд, 1 минута, чтобы заменить. Максимум может защитник поставить, сколько там, 100, 50 минут, да? Да, 50, вспомнил. А участник, в принципе, вот эту оставшиеся 5 минут, он должен попытаться за это время взять, забрать этот голд вообще любыми способами. В принципе, у меня этот... Да, легенда, молодец. У меня паучок стоит, вот, и, короче, я буду летать очень круто. Лёш, чё? А устройство, почему вырубил устройство? Ах ты, козёл! Я думаю, что за... Я как-то быстро поворачиваю башню. Так а ты на вас, потому что это... С 5 выстрелами. Ну ладно, да. Сейчас мы будем, короче, спорить, кто будет защитником, кто участником. У легенды чат заблокирован, ну поэтому будем мы на голосе, да, легенда? Бумага, да, бумага. Давай. Я. Какой бумага, подожди, давай. Раз, два, три. Ножницы. Бумага. Я сказал, ножницы, бумага. Ножницы я тебя порезал, нахрен. Я буду, короче, защитником. Давай. Не ожидал, да? Зайди сейчас на карту, пока чтобы она не пропала. А я пока возьму, пойду, Вика, что-то там. Купил я голдики, кстати, ребят, будем сейчас кидать голдик, в принципе, я кину его и выйду. Вот, так что, сейчас я беру вот такое прекрасное сочетание, и легенда просто хрен что возьмет там вообще, потому что это все очень круто-круто. Так, ну и, в принципе, чё? Ну, вот так вот, наверное. Или чё? А, давайте еще возьмем вот такой вот резистик. Все, легенда. Ты, кстати, можешь меня сливать, но не надо, но можешь. Хорошо. Все, можешь выходить. Нахрен! Давай выходи, легенда, братан. Все, теперь я сейчас кидаю голдик. Надеюсь, мне с точкой повезет. У меня есть 56 секунд. А, респся быстрее. Найти точку еще. Блин, это карта такая, каньон. Мы ее выбрали, потому что она новая. И как бы мало кто на ней играет. И, короче, опа-на! Неожиданно. Вот это неожиданно. Я боялся, что мне такая точка попадется, но... Так, легенда. Что там? Говорят, что у Биг Танкса 50 мин может поставить. Сейчас у меня 472. Окей. Ставит Биг Танкс 50 мин. Так. Легенда. Что? Чё молчишь? Что? Я уже боюсь там, что происходит. Точка вообще изёва, ты за пару минут завозьмёшь её. Да-да-да, конечно. 19 секунд у тебя, ара. Да у меня все под контролем. И, ребят, видите, такая тактика у меня, вот так вот ставить миночки интересным способом. Потому что... Ну вы потом узнаете почему. Так, я залетаю! Давай, залетай. Всё. Так, где точечка иская? Золотой петушок. Так, с легендой ай, сейчас какой будет... петушок. Ах ты, блин! Только не... Только не туда. Увидел точечку? Да, да, молодец. О! Да-да-да. Подвижу. Давай иди отсюда. Давай, почему? Ой, я так и знал, что эта пердунья будет срать под себя. Ну ладно, ты видел, я нет. Так, короче, давай, легенда. Атакуй, давай жестче. Еды! Едим, едим, соседнее село. Едим, едим, легенда. Давай село, едь сюда. Что ты себя бьешь, надо бить меня. Ай! Тебя бьет! Легенда. Это что, залезгинка? Легенда. Ты потом залезгинка. Ты нас охренеешь. Так куда ты полетел? Ай, извини, я не туда. Тебе что там, навигатор неправильно подсказывает, походу, у нас. Да вот, в другую сторону ехать. Да блин! Да что такое? Тихо.
А! Пока. Ёпта. Все, у меня есть тактика. Какая? Тактика 3 минуты 40 секунд? Ёпта. Да, такая вот интересная тактика. У тебя остается 3 минутки. А тебя постоянно респит просто вот в той жопении. Вот видите, где его респит? Ему надо всю карту объехать. А, ну окей, я как бы не против. Я могу вот такую вот интересную вещь сделать и, так сказать, тебя... Надеюсь, я смогу это сделать. Какой интересный вещь сделал? Ай, ай, тут деревья, ёпт, да орех. Ладно, деревья, насадил орех, да? Насади. Насади? Зачем ты насади? Что такое, холопец? Да-да-да. Да-да-да, конечно. Да-да-да. Да-да-да. В смысле, ты меня слил? Фу, сейчас едьте, пожалуйста, респ, пожалуйста, братки, да. Две минуты. Не бегай, смотришь, дэм, респы хорошие, да? Давай. Хорошо, что я все мины свои не поставил. Да ё-моё, ну орех, ну за что ты мне так? Смотри, где этот петух. Ай, топай. Ой, такой. Спят, усталые. Ты не можешь мне ставить, ясно? Спят, что такое? Ты не можешь это срать, ясно? Я, ну у меня там 70 мин. Ой, 50 мин надо было поставить всего лишь. Давай, поставил. Мины я теперь не могу ставить, но ты можешь, я уже поставил, по-моему, даже на 2 мины больше. Ну ладно. Ты же крутой. Я тоже поставлю. Любой регенерит. 50 мин больше не ставь. И сам поставил 100. Не-н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 е-
он встал и ест. Давайте можно скринить, пока он тут. Вот эти легенда минус. Да-да, пукай под себя, конечно. Суть. Ты задолбал. Ты во всем виноват, понял? Давай, ты сможешь. Я в тебе легенда. Вот я не хотел. Лично, я не хотел. Вот эти, за весь бой легенды спы постоянно. Я один раз умер, у меня есть в ангаре. Легенда. Я же говорю, ты вообще не адекбакат. Да блин, я его подкидываю. А, тихо. Он сквозь танк прошел, сквозь танк, сквозь танк. Что? Лена, ты что там делаешь? Ты читер. Чтоб у тебя бензин кончился, понял? Бензин. Легенда. Оно тут понасирало, блин. Ты что делаешь? Ты. Ай. Да-да-да. Конечно. А туда, конечно. Эй, назад говорю. Ай, тихо-тихо-тихо. Эй, назад давай. Ах ты! Это что такое? Это что было? Это мина, если что, танк. Ты проиграл. Да. Ты проиграл, Алексей. Да? Мордит. Ты думаешь? Вы проиграли. Да. Ты так, почему ты такой злой? Ребята, вы видели, сколько он мину насрал? Он нечестно играет. В смысле, я насрал на 2 минки больше, так что никуда не играет. Да. Вот почему. Ты даже за 20 секунд сюда не доедешь. Ты нарушил правила. Давай, вот если я доеду, то я беру. Давай, доезжай. Ай. Да уедь! Легенда, что ты делаешь? Бери! Блин, я забыл за прокол, сука! Я на тебя засмотрелся, серьезно, блин! Это же... Я забыл за прокол! Короче, ладно. Сейчас счет. Теперь я буду участником, ты будешь защитником. Пойду сейчас я переоденусь, а легенда пока будет у нас минить, и тогда уже мы продолжим, когда он хотя бы мины поставит. А то сейчас же будет выпендриваться тут. Такс. Что ты раскаешь? Сейчас захожу, ребят, легенде кидаю голд. Легенда. Раз, два, три, четыре. Давай кидай. Все, я кинул тебе голд. А ты нет, ты не видишь, ну ладно. Так, не кидай за что-то, ладно, я вышел. Да не, все, кинулся. Кинулся голд, я пошел на выход, да? Да, иди. Окей, сейчас пошел на выход. А где тут выход, легенда? Блин, а где точка? Ну не знаю, я пока не нашел. Ладно, все, теперь я выхожу. Ах ты зло. Я выход искал. Искал он выход. Давай, минь, короче, ты там. Что такое? Точка классная. Классная точка. Ты серьезно, блин. Да
как же? Ну нахер тебя. У тебя 15 секунд, если чего осталось, вот, 15 секунд. 15 секунд. 13, 12. Я даже минить не буду, смысла нет. 8 секунд, 7 секунд, 6 секунд. Ладно, я чуть-чуть. 2, 1, это панты. 0. Это панты. Ай. Я зашел. Заходи. Где я? Отходи, отходи. Легенда, такой сложный голд? Да. А, где голд? Я не знаю. А раз зачем? Не бери, пожалуйста. Прошу. Ты что так оттуда заменил? Смотрите на него. Ай, а куда мне надо было? Я не мог додуматься, чтобы тут поставить мины. Смотрите, два подъема обосрал полностью. Я ни одной минки не взорвал, просто голд. Я больше не буду. Это самый быстрый голд вообще в истории этой рубрики. Скажи, пожалуйста, как так получилось? Отстань! Дайте интервью. Как так получилось? Гу, я такой куда тебя закинул? Какой закинул? Ты уже тебя закинул. Ты себя кинул на голд. Это тихо. Ладно, давай. Короче, ребят, если вам рубрика понравилась, то обязательно ставьте лайки. Блин, этот... Что ты там? Да, закинул меня. Короче, ребят, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Если вам рубрика нравится, то обязательно давайте навалим там 1000 лайков. И я так подумаю, типа, ну, если вам нравится, будем снимать дальше. Потому что что-то забросил рубрику, перестал снимать, и вот продолжение, да? Ой. Легенда. Ой, поэтому все, всем удачи. Легенда успешна у нас. Всем удачи, всем пока. Пока, ребят. Нормальная рубрика получилась, ара. Конечно, ты же выиграл, нормально. Сука. А, да? Ой. Нормально. Да, еще на рубик, надо подпочать. Сойди нахер, я ненавижу теперь эту карту тоже. Как тебя уже давно ненавижу за это. Я съебал. Я еще и пищит хочу отставлять. Сука. Все с тобой понятно. Ладно, всем всем удачи, всем пока. Ах ты, пиздаю. Сука! Как ты мог? Я тебе знаешь, что сделаю?